Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в концертном зале «Уникс». Это день первокурсника, последний день. Сегодня выступают перед вами Институт социальной и философских наук и массовых коммуникаций и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Давайте же посмотрим, на какой ноте завершится последний день фестиваля. Вперед! Дадим жару, да? Да, надеюсь, все пройдет гладко. Да. Как думаешь, то, что он выступает, наш институт выступает последним, в последний день, как вишенка на торте? Смог ли не оправдать себя? Вот такую возможность выступить, знаешь, закрыть фестиваль. Наш институт всегда в прошлые годы выступал в первые дни, поэтому просто удружили нам, наверное, решили так помочь, чтобы мы стали действительно вишенкой на торте. Ладно, вот этот человек пообещал, что сделает все для того, чтобы ИСФНИМК был как вишенка на торте. А мы тем временем посмотрим концертную программу. Звукач сказал, звукач сделал. Думаю, не зря он пообещал, что сделает все классно. Все потому, что тематика программы связана с музыкой. Мы знаем, кому передать привет в этом случае. Дарье Масальской. Сегодня на сцене мы ее не увидели, но дух почувствовали. Обилие музыкальных композиций, так сказать, в ее стиле, заполонили всю программу. Конечно же, концерт — это не только ее заслуга. Был еще один значимый персонаж. Фамилию его не знаю. Знаю только, что ВКонтакте он величает себя как Саша Саша. Интересно, его родители знают вообще его фамилию? Я увидел его на сцене как минимум трижды. Поначалу с перваками, после вокальной композиции, затем и видеоролики. Прям Масальское в мужском исполнении. Вспомним, что было прошлой весной. Но и это не все. Нельзя забывать и о первокурсниках, для которых и было организовано это мероприятие. Сегодня они были на редкость хороши. Не зря же мне говорили, что программа получится лучше, чем было прежде. Первокурсники показали себя с лучшей стороны и продемонстрировали свои творческие номера зрителям. А вот как это было. Не подсказывайте, зачем вы эмоции сразу показываете сразу, ну это... нравится вам песня? За кулисами мы нашли еще одного человека, который помог нашему институту поставить день первокурсника. Любимый всеми Кучерава, режиссер Института управления экономики, студент, магистр философии Вагиз Аюпов. Узнаем его мнение. Давай, пойдем со мной. Я тут вообще не при чем. Я понимаю, как тебе концерты. Ну, нормально. Тебя в эконом-то не звали? Нормально, а? В эконом-то режиссером не звали? Я не... без комментариев. Провокационный вам этот материал. Нет. Убери камеру, убери, сказал. Убери. Вагиз Аюпов прервал нашу съемку, но мы ее продолжим. С нами он, вот этот человек. Все, что ты не ставишь? Вообще, как тебя зовут? Представься. Меня зовут Алексей Нечаев. Алексей Нечаев, он режиссер. Я, конечно, знаю, как его зовут. Я сам участвовал в ее постановках. Вот, как концерт дался? Ну да, вполне. В перерыве мы решили пройтись по фойе и наткнулись на нашего вечного культурга Аделию Сидикову. Хочу сказать, что это мой 6-й день первокурсника. Я в этом плане такая. Мы это уже знаем. Да, и это лучший день первокурсника. Не знаю почему, и у меня, и у лишь-группы, в принципе, все задумки и планы, которые мы хотели реализовать, они реализовались. И спасибо большое первокурсникам за это и тем старшекурсникам, которые нас поддержали. Да, вот вы сейчас институт социально-философских наук, сейчас в большой группе. Мы сейчас в большой группе, каково да. Каково сейчас? Ну, нормально. Что
что ж, определенно радует, что команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций справилась с поставленными задачами. Они показали высший класс и реализовали то, чего не удавалось ранее. Самое время перейти к Институту вычислительной математики и информационных технологий. С первых минут можно было пронаблюдать всю серьезность подготовки этого института. Выступать последними на фестивале – это действительно тяжкая задача, и было видно, насколько хорошо они подготовились к этому дню. Танцы, песни, театральные постановки. Каждый их номер сопровождался овациями. Интересно узнать, какие номера завершили фестиваль. Давайте же на них посмотрим. Дорогие друзья, вот и подошел к концу фестиваль Дня первокурсника. Сегодня перед вами выступали Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Хочется сказать, что и с ним сегодня проделал большую работу. Они попали в большую группу и сделали то, чего не делали ранее. А касательно Института вычислительной математики, хочется сделать акцент на тематике программы, потому что результат одного человека не решает ничего на Дне первокурсника и на прочих фестивалях. Это работа целой команды. Поэтому, если вы активны и талантливы, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. И, возможно, вы пойдете на гала-концерт, который увидите совсем скоро. Всем пока-пока. Подписывайтесь на нашу ссылочку ВКонтакте. Ее увидите на экране. И до новых встреч. Увидимся.